В Городце появился дополнительный офис бесплатной юридической помощи. Это уже второе структурное подразделение Госюрбюро Нижегородской области, открытое муниципальным образованием. Само учреждение работает всего 2 года, но уже показало свою эффективность. Если в 2021 году было оказано 753 бесплатной юридической помощи, то уже за 8 месяцев 2022 года оказано 1737 бесплатных юридической помощи. То есть это в разы превысило 2021 год. То есть мы развиваемся, мы совершенствуемся. Коллектив – это очень умные, профессиональные люди, которые оказывают данную юридическую помощь. Для нас открытие этого офиса Госюрбюро означает еще один шаг к открытости власти граждан. Жители очень часто обращаются к нам за различного рода помощью, которую сами не могут получить в судах в силу, допустим, недостатка своего правового образования. Работа специалистов Госюрбюро на нашей территории означает, что у жителей будет больше возможностей для отстаивания собственных прав и, соответственно, для более грамотного позиционирования своей позиции в суде. Юридическая помощь будет доступна для граждан отдельных категорий, в списке их порядка 17. В их числе малоимущие, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны. Как правило, обращаются с одними и теми же вопросами определенные категории граждан. Допустим, дети-сироты, как правило, у них вопрос проблемный о предоставлении жилого помещения по договору социального найма. Инвалиды первой, второй группы, как раз наша тоже категория, они обращаются, допустим, по предоставлению технических средств реабилитации. Ну и другие вопросы по оказанию мер социальной поддержки. Каким образом будет организована работа подразделения Госюрбюро, специалисты подробно рассказали представителям социальных служб и главам сельских советов. При этом было отмечено, что в случае необходимости для оказания правовой помощи жителям удаленных уголков района будет организован выездной мобильный офис.